Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня у меня простая, быстрая, но одна из самых вкусных и любимых выпечек – это домашние кексы. Очень вкусные, нежные, воздушные, с тоненькой корочкой. Они долго не черствеют, остаются мягкими, сколько бы вы их ни хранили. Перед вами те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Сахар я поделила на две части, здесь 100 грамм и 70. 100 граммов буду взбивать с белками, 70 добавлю к желткам и к маслу. Можно, конечно, пойти более простым путем, перемешать масло с сахаром до кашицы и, продолжая взбивать, добавлять яйца. Взбивать до полного растворения сахара. Но я все-таки отдельно буду взбивать белки, и таким образом тесто, в итоге и кексы получаются более пышные и воздушные. Первым делом подготовлю форму. Форму можете взять любые, понадобится их 10-12 штук, все зависит от их размера. Хорошо смазываю размягченным сливочным маслом. Именно размягченным, а не растопленным. Растопленное масло стекает, и кексы потом пристают к формам. Смазываю до самого верха, так как кексы хорошо поднимаются при выпечке, чтобы они нигде не прихватились. Теперь каждую форму засыпаю мукой. Немного поворачиваю, постукиваю, чтобы мука рассыпалась, и вытряхиваю лишнюю. Вот такими должны быть подготовленные формы. Ну и вот теперь можно заниматься тестом. Первым делом взбиваю белки, добавляю сюда щепотку соли и, как всегда, сразу начинаю взбивать без сахара до легкой пышности. Когда белки запенились, можно добавлять сахар. Поделю его на 4 приема и 2 первые порции сделаю чуть поменьше, чтобы сахар не осадил эту легкую пену. Каждую порцию взбиваю где-то по 40-50 секунд, почти до полного растворения. Сразу слышно, как сахар шелестит под венчиками, шумит по донышку чаши. Потом этот шум уходит, можно добавлять следующую порцию. После того, как добавила весь сахар, еще немного на той же скорости взбиваю до его растворения, чтобы он не так чувствовался на донышке. Хочу вам показать, какие получаются белки. Вот сахар уже полностью растворился, не чувствуется под лопаткой. Белки будто бы пышные, многие на этом останавливаются, прекращают взбивать. Но они еще недостаточно плотные. Такие белки осядут при замесе теста и не дадут вам дополнительной пышности. Продолжаю взбивать, увеличиваю скорость до максимальной и добиваюсь острых плотных пиков. Когда я взбиваю белки планетарным миксером, многие пишут в комментариях, что такой плотности и пышности ручным миксером невозможно добиться. На самом деле это возможно. Вот у меня миксер мощностью 450 Вт, и он легко справляется с этой задачей. Посмотрите, как увеличивается масса в объеме, какая она пышная, воздушная, как хорошо сохраняется рисунок. Я бы сказала, что это даже не рисунок, получается вот такие вот объемные пышные облака. Посмотрите, какой пик, он не падает, не наклоняется. Вот теперь взбивать достаточно. Зачищаю чашу. Посмотрите, какие они плотные, устойчивые, глянцевые. Отправляю в холодильник, а сама буду взбивать масло. Сливочное масло должно быть размягченное комнатной температуры. И венчики от белков я не вымывала. Это перед тем, как взбивать белки, надо проверить, чтобы посуда и венчики были чистые, обезжиренные и сухие. Добавляю сюда весь сахар, цедру. Цедру добавляйте сразу, чтобы она хорошо перетиралась, так она лучше отдаст свой вкус и аромат. Взбиваю до полного соединения продуктов, до однородной кашицы. Не добивайтесь сразу растворения сахара в масле, потому что это просто невозможно. Зачищаю миску, чтобы все взбивалось равномерно, и добавляю желтки. Желтки добавляю порциями, поделю их на 2-3 порции. И каждую взбиваю до полного соединения с маслом. Для масла и желтков сахар можете заменить на сахарную пудру или измельчить его кофемолкой. Тогда процесс взбивания будет намного легче и быстрее. Вот теперь добиваюсь легкой кремообразной массы и полного растворения сахара. Видно, что эта масса посветлела. Добавляю где-то третью часть муки.
Она у меня предварительно просеяна. И замешиваю легкое тесто. Муку добавляю не всю, чтобы тесто было неплотное и белки в нем хорошо расходились. Перемешиваю до однородности, хорошо зачищаю донышко и добавляю белки. Тоже где-то третью часть. Посмотрите, какие они плотные. Такие же, как были. Тоже аккуратно перемешиваю. Ну, вот так вот и достаточно. К этой муке добавляю весь разрыхлитель. Хорошо его перемешиваю. И всю эту муку высыпаю в тесто. Вот теперь тесто не получится плотным. Белки будут хорошо с ним соединяться и не будут оседать. Долго не вымешивайте. Старайтесь сразу добиться однородности. Поднимайте все с донышка, все эти крошки, муку. Вот такое вот получается на этом этапе тесто. Достаточно легкое. Добавляю половину белков из тех, которые остались. И аккуратно их вмешиваю. Тесто становится мягче. Последние белки. Видите, они не осели. Прекрасно сохраняют свою пышность. В это время я уже включила духовку на разогрев. Температура 190 градусов. Выпекать буду на среднем уровне на решетке. Это тесто не должно стоять. Как только вы его приготовите, сразу выпекайте. Так, вот теперь хорошо перемешиваю до однородности. Легкими движениями снизу вверх. Точно так же, как вы замешиваете бисквит. Посмотрите, какое получается тесто. Легкое, воздушное. Ну вот так вот и достаточно. Добились однородности и тесто готово. По желанию можете добавить сюда изюм, цукаты, не изменяя рецепта. Все продукты оставляйте в том же количестве. Ну, добавляйте вкусовые добавки, те, которые вам нравятся. Тесто буду отсаживать кондитерским мешком с круглой насадкой. Ее диаметр на выходе 1,5 сантиметра. Мешок одеваю на руку вот таким вот образом. И заполняю его тестом. Оно не жидкое, вытекать не будет. С тестом очень легко работать. Оно вытекает только при надавливании на мешок. Самопроизвольно не течет. Сразу отсаживаю по 2 завиточка. А то, что останется, буду распределять по всем формочкам. Формы заполнила почти до верхушки. Но вот здесь вот еще кругом остается пустое место. Этого будет достаточно для подъема теста. Оно должно хорошо подняться и еще закрыть вот эти вот конусы. Все, духовка нагрелась, отправляю выпекать. Кексы готовы. Выпекались они 17 минут при температуре 190 градусов. Средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Посмотрите, какие они красивые. Поднимаются гладкой горочкой. Я говорила, что это тесто хорошо подойдет и для обычных форм. Давайте посмотрим, какие они получились. Посмотрите, как легко выходят из формы. Вот такая вот красота. Хорошо пропеклись, но пересушивать их не надо. Не перепекайте, тогда они будут мягкие. Вот такие вот красивые, румяные. Очень мягкие. Я только чуть-чуть надавливаю, потому что он горячий. Несмотря на то, что сверху такая горочка, смотрите, как они хорошо стоят, не падают. Также эти кексы можно сделать шоколадными. Часть муки, допустим, столовую ложку, но лучше брать по весу. Замените на какао-порошок, точно такой же порцией. Оформить их можно по-разному. Наполнить и украсить кремом. Можно верхушку полить сахарной помадкой или же просто засыпать сахарной пудрой. Здесь уже полет фантазии. Учитывайте вкусы вашей семьи и украшайте. Давайте посмотрим, какие они внутри. Еще раз покажу, какие мягкие. Вот такое вот красивое тесто, пористое,
очень напоминает бисквитное. Вкусное, ароматное. Эти кексы долго будут оставаться мягкими, сколько бы вы их ни хранили. У них достаточно сдобы, но я думаю, что такие вкусные кексы у вас долго не задержатся. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такой вкусной, быстрой домашней выпечкой и приятного вам чаепития. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо вам огромное за лайки, комментарии. Всем пока, всем удачи!